В японском городе Хиросима проходит двухдневный саммит министров иностранных дел «Большой семерки». 11 апреля, во второй день встреч, участники переговоров посетили городской парк мира, где почтили память жертв американской атомной бомбардировки времен Второй мировой. Джон Керри стал первым госсекретарем США, который посетил мемориал. На повестке дня саммита вопросы ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия, борьба с терроризмом, миграционный кризис в Европе, недавние запуски ракет со стороны КНДР и другие важные темы международной политики и безопасности. По результатам встречи будет принята Хиросимская декларация. 10 апреля обсуждения министров сопровождались протестами против проведения саммита в Большой Семерке. Это лидеры стран, которые на сегодняшний день вовлечены в войны. У них есть ядерное оружие. Я сомневаюсь, что войны завершатся или что они откажутся от ядерного оружия, если их попросить об этом. В первый день саммита министры также посетили японское святилище Ицукусима, которое входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ритуальные врата этого святилища – одна из главных достопримечательностей Японии. Они сооружены из камфорного дерева и возвышаются на 16 метров. Причем подойти к вратам становится возможным только во время отливов. Встреча министров проходит в преддверии ежегодного саммита лидеров Большой Семерки. Он намечен на конец мая и состоится в японском городе Исосима. Как ожидается, в ходе этой встречи Барак Обама также совершит исторический визит в Хиросиму.